Вы смотрите отзыв об отеле Iberostar Royal Andalas. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Дэна78, который был в нем в 2009 году. Отдыхали в этом отеле с 10 по 18 0609, бронировали самостоятельно на booking.com, с завтраками. Мы летели из Барселоны до Хереса де ла Фронтера рейсом Вьюлинг. В аэропорту взяли в аренду машину на все время пребывания, бронировали заранее. Отель находится за городком Чеклана, в урбанизации Сен-Стиай-Петре, на первой линии, рядом с океаном. Показался нам очень достойным. На твердые 4 звезды, правда, территория у него небольшая, включает несколько бассейнов, но все компенсируется близлежащим широченным и бесконечным пляжем, который служит променадом для отдыхающих. Излюбленное вечернее развлечение – прогулка вдоль океана во время заката. Отель от пляжа отделяет холмистая полоса с кустарниками, где водятся зайцы. У нас были только завтраки, шикарные. Всегда присутствовали шампанское и хамон помимо обычного разнообразного набора. Кофе и молоко разносили по столикам в кофейничках и молочниках. Близлежащие заведения доверия у нас не вызвали. Обедали и ужинали либо в поездках, либо оливками, хамоном, сыром и прочие из супермаркетов. Контингент в отеле довольно специфичный, в середине июня было много пенсионеров, молодежь практически отсутствовала. Но нас это не смущало, так как в основном мы объезжали окрестности либо были на пляже. Мы были в Кадисе, Тарифе, Марбелье, Севилье, Хересе, Рандё, Аркосе де ла Фронтера, Гросалеме, у Гибралтара. Плавали по Гибралтарскому проливу в поисках китов, но увидели только дельфинов. Впечатлений очень много. Вода в океане освежала, но мы ожидали худшего. При температуре воздуха около 30 градусов вода была около 20 градусов, или даже больше, правда изо дня в день чувствовалась небольшая разница, то чуть теплее, то чуть прохладнее. Лежаки на пляже платные, в день за два лежака и зонтик около 16 евро. Все в основном загорают на полотенцах. Русских в отеле, да и в целом на Коста де ла Лус нет. Видели только две пары на скутерах у Гибралтара и еще встретили в Кадисе девочку-испанку, изучающую русский. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.